Киндер-сюрприз. Новая серия с пандой. Помнишь, как она его с поезда встречала? Ну, чуть-чуть подмялся. Но нам же это не помешает. Ка-ням-ням. Подай. Ням-ням. Да. Очень вкусный киндер-сюрприз. Так, открывай, посмотрим. Что там есть, Кать? Так, опять собирай, что-то надо. Кать! Давай собирать, Кать! Зачем ранил? О, Кать, тут видишь, что оказывается? Это магнитная доска, на ней писать надо львом. Кать! Мама съела весь киндер-сюрприз. Ой, что же это такое? Кать, покажи, пожалуйста. Кать. Что это такое? Ну подожди, Кать. Подожди. Нет, не то. Ну подожди. Кать, не раскидывай. Ничего себе. Ух ты. Молодец, Кать. Что-то, правда, непонятное, ну ладно. Ух ты. Вот. Понятно. Магнитная доска. Держи. Собирай, Кать. Лукаешься. Да. Я ничего не поняла, это инструкция, а ты?
Непонятно. Все, Кать, ладненько, всем привет. Давай уберем его. Ну, магнитные доски это. Тут разные животные, на них можно рисовать. Мы хвостом нарисовали. Кать, давай рисовать. Мы поняли, что это магнитная доска, Кать. Давай рисовать на ней. Кать. Ух ты. Я тебя очищу, ты будешь сама. Вот так. Учение сегодня закончилось. На. Мы поняли, как этим рисовать. На. А где рисовать-то можно? На доске. На доске? Кать, давай порисуем. Покажи. Покажи свой рисунок. Клади сюда.